Надо же я была тебя видела, ой, взросла как Маугли, паркуешь что ли? Ты клиент почему-то на твою грудь стал жаловаться. Ага, понятно, опять декольте на 5 сантиметров выше, чем вчера. Ну я же говорю тебе, это жаркий шпол. И не улыбайся мне, я тебе не клиент. Черные!
Не-не-не, не похоже, не. А так? Не понял. Краткая энциклопедическая справка. Специально сдали от все, кроме одного. Они сдали то, что мы сдали, а то, что они не сдали. Поэтому то, что они сдали, было только наполовину столе. Но пока чьи. А мы сделаем медвежьим билетом в КВН! А я на лошадке скакать умею! Мы не смогали! Абонент меня! Поминание одет! Я в детстве хотел для дружбы оранжевой! Почему оранжевой? Напрям меня на оранжевой! А я в этом плане! У меня в этом турнире три комба! Три комба? Комба, комба, комба! А я мечтаю о защите! Да, да, вот. А что? И сухари. А я люблю гулять, типа.
Ладно, ты почему это нет? А Таня? Ой, не уберегли вы нашу Таню! Ой, мы сюда встали замуж! Ой, не уберегли! Слава Богу, не уберегли! А я ее нашла. Все равно помню и скучаю. Она у нас, знаете, какая? Она коня-то с какого остановит, горящую избу затащит. Принесет из лицу ведро ворсучего жира. Сварит суп из медвежьих лап. Сядет в лосочек. Ну как не бьет? Выпьет ящик пива. А за утром пройдусь по лесу. Соберу обезжиренное с ворсучком. Стою и думаю, а что думаю, что? Думаю, че же на два сиськи задать? Ребята, хватит про женщин. Пойдете что? Да, он опять крутит молодого, рассказывает про прошлогодний и звать ночь. А девчонки там? Ноги тебе! А потей будут! Тут, о, там! А-да-да-да! Я
сцене команда ГЗУ «Москва» приготовится к команде «Самоа». Ну что они? Ну что? Встречу Олимпиаде на горах! Thank you.
Совсем ребенка не любишь! Я вас на вас записал! Мать, жена, подруга, мать, дочь, любовница, ну а заложник. Если вы хотите увидеть ее живой, сделайте по дерьмо. Я видел, хочу услышать ее голос, пожалуйста. Давайте купим красиво.
Закрой себя, детка, посудою принять, прощай, моя.
Ребята, за столом даже нашла санатория с ГВГ игрой, не с дверью. Радио, включи. От Сочинского информбюро. Осенью 1997 года в тяжелых боях под Москвой пал город-герой Курск. Как говорится, ромашки спрятались, паник и люди. Я вас спрошу! Моя очередь! 21! Это очко! Нет, это моя очередь! Пойду готовиться и читать. Ребята, в нашем санатории главврач Бог! Я его два раза по телевизору видел. Так и говорит! Эш, пусть не решу я всех ваших проблем, но станет радостнее и веселее каждому. И все это в стихах. А мне жена сказала, поедешь ночью, только без подснежников не возвращайся. Подснежники семейства Парфенов. Растут два пушка. Пушка. Пушкин, великий русский поэт, размножается пальчиками. Мужики! Мужики! Если бы не рыбка золотая, не выпал бы! А ты тут... А за что, а? А, просто... Я-ля-ля-ля! Я-ля-ля-ля! Ничего нет! Рыбка сделай так, чтобы наступило лето, хотя бы на полчаса подсельников собрать! Лето. Хорошо плывем! Но синхронное плавание – это не футбол! Говорят, пытались снова, что степени влезут на кайнита, разница сложно футбол. Жаль только, что родители из Белопаджа не попадут на матч. Они просто не знают, что в России можно играть футбол. Ребята, не помните, какая очередь была волной была? Что-то с картами связано, типа с дурака, который как ключ. Ребята, я вчера этих самых, как это называется, мухоморов объелся. Да! Ну что, пришел к врачу, диагноз грипп. Ты кто, мужик? Ты что, Сусанин? А ну иди отсюда! Ну так и будем искать! Дорогу! И это, смотри, кончилось! А не верю я! Радио включи! Перерыв у меня же, не видишь, кушаем, да? Ах ты, бедная овечка! Что? Что не бьется так сердечко? Мужики! Что, ничего не понимали? Слышу за крабом! Вынырнул прорубь! Шариком поразвешивай! Вот это вообще! Thank you.